Бархует Адунай Амеворах. Барух Ата Адунай. Элохейну Мелех Хаулам. Ашер Бахарбану. Миколя Амим. Венатан Лану. Эторато. Барух Ата Адунай. Элохейну Мелех Хаулам. Нотена Тора. Вот так мы вместе, как будем и на небесах, вместе в одном духе славословить Господа. Амен. Присаживайтесь. Сегодня мы будем читать, будем комментировать недельную главу, которая называется «Пинхас». Это книга чисел Бамидбар с 25 главы по 30 главу 1 стих. Я не буду рассказывать краткое содержание этой главы. Это вызов для всех, чтобы вы ее прочитали дома, если вы ее не читали. А если вы ее читали, вы уже знаете, о чем там будет речь. Итак, комментарий заключается в том, что вы читаете, и что-то Бог вам дает увидеть. И когда вы это видите, вы можете понять, ну, порассуждать над этим местом Писания. Потому что Писание, оно богодухновенно, полезно для научения, да? Оно полезно для того, чтобы наставлять нас в праведности. И это очень важно, читать Писание. Не просто слушать, но читать и рассуждать. Потому что через рассуждение Писания мы что-то начинаем видеть. Итак, глава называется «Пинхас». Почему же именно «Пинхас»? Почему не по-другому? Это история еврейского парня, который остановил нечестие в Израиле. Итак, с первого стиха. «Жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих». Определенный длинный путь, который жил там, он поклонялся не Богу Израиля. Это был родственный народ Израилю. Это были моавитяне, это были потомки Лота. Вы помните, да, историю Лота, когда он вышел со своими дочерями, когда Бог его вывел из Содома. И что произошло потом? Произошел грех, произошло кровосмешение. И от этого поступка пошел народ Моава. Итак, Израиль живет с Моавом. И знаете, иногда получается так. Мы смотрим на прошлое. Для чего? Для того, чтобы видеть наше будущее, настоящее. То есть мы не можем изменить наше прошлое, но мы можем изменить наше настоящее, чтобы наше будущее было другим. И что мы видим в прошлом? Мы видим народ Божий, который преклонился под чужое ярмо. То есть все было очень просто. Народ знал Бога. Это был Израиль. Это был народ, знающий Бога. Но он, написано, начал блудодействовать. И это выразилось тем, что он начал поклоняться другому, чужим богам. И первая заповедь, которую дал Господь, говорит, что не поклоня... да не будет у тебя других богов, ибо я, Господь, ревнитель твой. Мы живем сегодня в мире, в котором много богов. Мы живем сегодня в мире, в котором много идолов. Мы как Израиль среди Моава. Мы сегодня живем, и апостол Яков, он говорит, что похожие слова, прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Это история для нас, это история, чтобы мы увидели что-то сегодня. Очень легко согласиться, очень легко преклониться, ну, вот, скажем просто, очень легко, хочется быть принятым, хочется, чтобы тебя принимали, хочется, чтобы к тебе прислушивались. И мир говорит, ну, сделайте это, и мы будем это, ну, и мы вас примем. Совсем недавно, вот как пример, я смотрел фильм, и там была история про одного молодого человека, фильм называется «Только веру», я советую вам посмотреть. И этот молодой человек был спасателем. И там была ситуация, что мужчина попал под каток, он умирал, и он говорит ему, покайся, прими Господа, он примирись с ним. И этот человек истинно начинает каяться, он произносит молитву покаяния перед Богом, тот дает ему крестик, и этот человек умирает. И его жена, охваченная горем, подает на него в суд. И, значит, подает на него в суд, и этого человека обвиняют в том, что он как бы насильно заставил перед смертью человека принять Бога, принять, ну, покаяться.
И ему говорят, откажись. Вот если ты скажешь, что это было, ну просто отказал, откажись, скажи, что это было не так, это, ну, получилось так, извините меня, тогда тебе ничего не будет. Но если ты скажешь, что вот именно вот это ты сделал воссоздано, это была твоя позиция, ты просто будешь уволен с этой работы, у тебя заберут все, что у тебя есть. И получается картина, он приходит домой, а это жена, а семья верующих. И жена ему говорит, ради меня сделай это. Ну хотя бы ради наших двух детей сделай это. Ты понимаешь, у нас квартира находится в залоге, в банке. Если ты сейчас лишишься работы, они заберут у нас это все. И мы что-то сделаем ради меня. И он смотрит на него и говорит, я не могу. Я просто не могу. Понимаете? Я не могу. И он отказался. Он пришел в этот суд, и его обвинили, его осудили. Но самое интересное, что на обратном пути эта женщина, которая его судила, попадает в аварию. И ее спасает этот парень. И она говорит, ну почему? Почему ты это сделал? Итак, мы начали с того, что Израиль пришел в Сетим. И он начал будодействовать. Это наш выбор. Мы живем в этом мире. И это наш выбор. Что мы будем делать? Этот мир будет показывать нам красивые картинки. Этот мир будет предлагать нам хорошие перспективы. Но мы должны быть этими Пинхасами, которые противостали. Потому что из всего народа Израиля один Пинхас встал и совершил это. Он убил человека, который занимался блудодействием. И Бог сказал, что именно этот поступок отвратил нечестие от Израиля, гнев Божий от Израиля. Каждый из нас может быть этим Пинхасом. Каждый из нас, это история для каждого из нас. Мы живем в мире, но мы не должны жить этим миром. Как говорит Писание, что ничто не должно обладать нами. То есть все нам полезно, все нам позволительно, да, но ничто не должно обладать нами. Бог говорит очень просто. Бог говорит, что то есть Бог не любит грех. И каждый из нас должен действительно сделать свой выбор. Сделать свой выбор, что мы будем делать в момент испытания. Смотрите, очень интересный момент, что апостол Яков говорит так, в послании 4 глава, там, с 9 стиха. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Послушайте, он это писал не неверующим людям, он это писал людям, которые знали Бога. Он писал это людям, которые были Божьими детьми, Израилем, как и Израиль, который находился в Мааве. Поэтому сегодня у каждого из нас будет выбор в жизни. Когда мы будем жить, мы живем в этом мире, мы не можем выйти из него. Но в этом мире мы являемся представителями Бога на земле. В этом мире мы являемся теми, кого Бог поставил, кого Бог избрал, призвал. У нас есть определенное призвание. И как у нашей общины, я буду всегда говорить об этом, призвание нашей общины – это нести благую весть Мессии Иешуа Израилю, еврейскому народу, который погибает. И мы можем, конечно, ну, соглашаться с этим, не соглашаться, но это наше призвание. И мы можем иногда быть уведены миром в какие-то суете от этого главного призвания. И это будет наше поражение. Понимаете? Мы, никто за нас этого не сделает. Мы сами должны противостоять этому. Мы должны противостоять дьяволу, и он убежит. Мы должны, мы лично, каждый из нас, за нас это никто не будет делать. Никто не бросит за нас заниматься греховными вещами, употреблять там алкоголь, а потом там или там, не знаю, делать какие-то гадости. Это лично каждый из нас должен противостать дьяволу. Каждый из нас должен противостать ему. И он убежит. Как во время Маав, как в Мааве Пинхас взял копье и сделал этот поступок. Он сделал поступок, который изменил будущее, который вернул расположение Бога к Израилю. И история продолжилась. Потому что потом Израиль вышел из этой пустыни, он вошел в землю обетованную, а потом прошло время и родился Иешуа, который стал спасителем всего человечества и царем Израиля. И поэтому я хочу, чтобы мы сегодня стали Пинхасами.
Пинхасами, которые будут противостать злому, которые будут противостать всякому вражескому, вражеской атаке, вражеской заманухе, извините за такое слово. Потому что мир, он будет увлекать нас, мир будет обольщать нас, он будет обещать нам много чего, но благодаря Богу мы можем противостать ему. И мы победим, потому что он уже победил. И наша победа была на Голгофе. И на Голгофе умер грех, и потом он воскрес. С чем я вас и поздравляю в этот шаббат. Поэтому давайте мы помолимся и благословим Господа. Авину Шибаши Моим, мы благодарим Тебя, Отец наш Небесный, за то, что Ты даешь нам силы противостоять искушениям, дьяволу. И если даже мы упали, Ты даешь нам силы подняться, чтобы продолжить свой путь. Мы просим Тебя, Господь, пожалуйста, благослови нас как общину, совершить то спасение, совершить то призвание, которое Ты нам дал. Боже, в этом городе достаточно евреев, чтобы мы, Господь, смогли прийти в их дома. Боже, дай нам, Боже, этих людей, чтобы спасение Иешуа, оно вошло в каждый еврейский дом, чтобы спасение Иешуа, оно достигло других городов.